Это так, для бодрого начала. Ну и плюс, чтобы вы понимали, какая у нас сейчас зима. Никакого снега. Ноль. Очень полезная информация, знаю. Поэтому не благодарите. Здорово, народ! Навьё подъехало! Рад вас видеть! Как вы помните, в прошлом видео я рассказывал о том, как придумывать новые идеи для своих фотографий. Там, кстати, реально годные лайфхаки, так что обязательно гляньте этот ролик после того, как досмотрите этот. Обязательно. Вот тут подсказка будет. И там есть фрагмент, где я просто на ходу от балды придумываю сюжет и показываю, как у меня это бывает. Космос. Летающая свинья в скафандре. И у нее еще маска ниндзя. Она под углом вниз, как комета, летит прям на землю. И сзади нее прям шлейф такой горящий. У нее хвостик сзади вот так вот закручен. Так, свинья, ниндзя, киберпанк. Космос летит, как ракета. Сзади катаны. Круто. Нормально. После этого многие из вас начали писать в комментариях, чтобы я воплотил эту идею. Ну и что вы думаете? Конечно же, я это сделал. Зацените. Сначала я накинул фончик и нашел свинку в прыжке. В целом, очень даже похоже, что она в невесомости. Затем я прикинул форму скафандра и начал подбирать его внешний вид. Правда, вначале мне ничего не нравилось, поэтому я решил переключиться на другие части фотки. Армор, повязки и катаны. Все-таки ниндзя-свин. Затем я снова вернулся к шлему, и тогда все пошло лучше. И совсем скоро я начну корректировать цвет, добавлять детали, а также поменяю повязки на лапах. В процессе работы от маски я решил отказаться, потому что если ее накинуть, то конкретно в этой композиции вообще будет непонятно, что это свинья. Туша в космосе. По-моему, вышел очень даже ничего такой космический ниндзя-свин. Что думаете? Напишите в комментариях. И вообще, может быть, мне чаще делать что-то подобное, потому что идей дофига. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Если да, то вы знаете, что делать. Лайк, подписка, комментарий. Жмите на колокольчик, чтобы первыми смотреть новинки. И скоро снова с вами увидимся. Пока-пока.